Настоящий праздник танца собрал зрителей в Доме культуры «Юность» в Березниках. На главной сцене – отчетный концерт «Весенний хоровод». Выступают образцовый ансамбль «Солнышко» и народный коллектив «Калинка». Перед зрителями номера победителей разных конкурсов, есть и премьеры. Сменного руководителя обоих коллективов Аллу Николаевну Слепцову отметили на областном уровне. Министерство культуры Московской области наградило педагога и хореографа денежной премией как одного из лучших работников сельских учреждений культуры. Алла Николаевна работает в «Юности» с 1989 года, а в этом году «Калинке» и «Солнышку» исполняется 32 года.